Великие перемены в феврале. 5 знаков зодиака смогут повернуть жизнь в лучшую сторону. Для некоторых представителей зодиакального круга мечты станут реальностью. В феврале их ждут великие перемены. Это может относиться к целому ряду сфер жизни. Давайте разбираться, кто же сможет повернуть свою жизнь в лучшую сторону. Телец. Неожиданные перемены в жизни ждут тельцов. В первую очередь они будут касаться работы. У некоторых получится сменить место работы, а кто-то сделает головокружительную карьеру. Неплохо пойдут дела у тех, кто откроет собственное дело. Их ждет невероятный успех и первая ощутимая прибыль. Можно рассчитывать на интересные изменения в личной жизни. Особенно это относится к тельцам-одиночкам. Для них наступает неплохой период для того, чтобы завязать новые, весьма перспективные отношения, итогом которых может оказаться создание крепкой семьи. Рак. Начнут менять свою жизнь к лучшему раки. Прежде всего, изменится их личная жизнь. Не столь важно, в каком они сейчас статусе. Изменения коснутся почти всех. Одинокие раки получат великолепную возможность для перспективного знакомства. Невинный флирт очень быстро перейдет в бурный роман. Насколько продолжительным он будет и чем закончится, зависит только от желания самих раков и их любимых. Для тех, кто состоит в браке, есть вероятность вернуть в рутинную жизнь былую романтику, а также задуматься о пополнении в семье. Дева. Всего понемногу получат в феврале девы. Перемены начнутся на служебном поприще. Можно рассчитывать на повышение в должности или удачную смену работы. Вслед за этим последует улучшение финансовой ситуации. Деньги будут приходить в бюджет в большем количестве. Не забудут девы и о подработках, а будет их немало. Смогут они наладить и личную жизнь. Произойдет это ближе к лету. Создать прочные отношения получится с кем-то из коллег или давних знакомых. Не стоит забывать и о новых знакомствах, они тоже могут быть очень перспективными. Весы. Грандиозные перемены ждут весов. Они могут сменить место работы или жительства. Любые перемены пойдут только на пользу. Это существенно расширит круг общения и позволит завязать новые полезные знакомства, а также устроить личную жизнь. Не будет проблем и с финансами. Многие весы решат проблемы с долгами еще до прихода весны, а дальше будут копить и вкладывать средства. Отдельно стоит сказать о тех, кто решит освоить новую профессию. Полученные знания и навыки окажутся востребованы и принесут неплохой доход. Рыбы. Повезет в феврале рыбам. В начале месяца они смогут разобраться с какими-то старыми проблемами, которые не удавалось решить достаточно долго. Февраль для многих окажется периодом, когда получится не только влюбиться, но и завязать новые отношения. Этот месяц подарит приятное путешествие и порадует новыми впечатлениями. В течение всего февраля проблем с деньгами возникать не будет, особенно если тратить рационально и умудриться понемногу откладывать. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!